На конкурс дети читают стихи. Свои стихи представляют дети 3-4 лет, детского сада 131, Невского района, города Санкт-Петербург. Бабушка надела одена, и сейчас красивая такая. День победы празднует она, о войне велико вспоминая. Грустные бабушкие сны, настоящий солдатский треугольник. Дедушки на свой написанный сон, и читать им нынче очень больно. Смотрим из на дедушкин портрет, разводим мочками с братишкой. Ну какой ты это дед? Он совсем еще мальчишка. Пусть пулеметы не стрелят, и пушки грозные молчат. Пусть в небе не клубится дым, пусть небо будет голубым. Пусть бомбовозы по нему не прилетают никому. Не гибнут люди, голода, мёрзнут на земле всегда.